Меня зовут Чарли. Я родился и вырос в Калифорнии. Мой отец – вице-президент компании по компьютерным технологиям. Возможно, когда-нибудь я займу его кресло. Но сейчас я прилетел в Иркутск, чтобы найти свою любовь. Иркутянок и один американец. Грандиозная история любви, которая будет происходить на ваших глазах. Мы едем жениху! Откроет ли Чарли свое сердце одной из участниц? О май гад. Самые смелые иркутянки решили принять участие в кастинге. Привет, Чарли. Хотела бы увидеть тебя глаза в глаза и пообщаться с тобой. Мне сказали, что здесь находится волшебный камень. И если я прикоснусь к нему рукой, то мое желание обязательно сбудется. Я загадала желание, но говорить вслух его не буду. Каждая из них уверена, что достойна Чарли. Я самая умная, я вообще самая-самая. Для меня здесь конкурентов вообще нет. Но только мы знаем, кого захочет видеть Чарли. Мы предложили каждой участнице показать себя за 10 секунд. Что каждая из них будет делать на сцене, мы не знаем. Итак, время пошло. Кувшина через край льется в небо молоко. Что, уже пишут? Конечно. На самом деле не петь, не рисовать, не танцевать я не умею. Если он видит, как я танцую, то он точно в другой уже не пойдет. Потому что мужчина уже на инстинктивном уровне его это манит. А стихотворение обо мне? Милая милочка-милашка, ты меня тот запел де гаина, с эрмосе делгадо первого перфида. Ну, давайте изобразим что-нибудь танцевальное. Пообещай, что теперь будет по-новому. Говори медленнее, а то ничего не пойму. Это правда? Пусть он говорит чуть-чуть медленнее, чтобы я понимала его. Смотри на нас, нам. Мы твоя аудитория, мы твои зрители, мы твои поклонники. Жасмин достаточно нежный, маленький, позитивный. И я тоже такая же маленькая, позитивная, нежная. Разуваться можно? Нет, ну я могу раздеться, я же тренер по стрип-платике. Ну да, кому сейчас легко. Почему я пришла? Наверное, вот мне постоянно нужны эмоции. То есть, если какой-то вот период угасания происходит, я не я. Я все оставила, да, и очень аккуратно ухожу. Ну, если честно, я волновалась. Я боялась, потому что все равно хочется за очень короткое время рассказать о себе, произвести впечатление. Вообще женщина выбирает, я считаю. Ну, я посмотрю на него, пойму, если это близкий мне по характеру, по интуиции, да, я почувствую мужчина, то, конечно, я буду продолжать участие. Я лучше, у остальных нет шансов. Девочки, вы все очень красивы и вы все очень достойны. Но пора отсеять кого-то из вас. У меня в руках 11 конвертов, и я отдам их тем, кто пройдет в шоу. И кто станет участницами шоу, вы узнаете в следующем выпуске. Чарли прилетает в Иркутск. Понравятся ли ему сибирские красавицы? Генеральный спонсор проекта – развлекательный комплекс «Sky Lounge Иркутск». Место красивых людей.